Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Ultra. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон. Открываем настройки и проходим в раздел «Звук и вибрация». Здесь мы выбираем рингтон для сим-карты. Можем выбрать либо системный, либо нажать «Добавить рингтон» и выбрать что-то из нашей музыки. Либо можем также выбрать рингтон для eSIM-ки. То же самое, в принципе, делаем. Можем также перейти в контакты, выбрать какой-нибудь контакт и нажать на три точки в правом верхнем углу и нажать «Задать рингтон». И выбрать рингтон уже именно для этого контакта. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.